Новости с Хаджа. Ежедневно в Медине руководители рейсов и групп паломников проводят собрания в гостиницах. Накануне собрания уже с руководителями всех рейсов, вылетевших в Медину, провел Казим Тимирбулатов, куратор по работе с руководителями рейсов компании «Марва Тур». Подробнее в материале наших коллег. В ходе совещания участники обсудили организационные вопросы, связанные с размещением паломников в гостиницах и другими этапами хаджа. Казим Тимирбулатов подчеркнул ответственность, лежащую на руководителях групп, так как общее впечатление паломников о хадже во многом зависит от качества работы руководителей, которые сопровождают паломников на всех этапах совершения пятого столпа ислама. В конце хаджа мы планируем, иншаллах, провести анкетирование анонимное. Каждый паломник, иншаллах, он запишет свое мнение о своем руководителе, о помощнике. Короче, он запишет, я доволен его работой, я недоволен. И чем он недоволен, например. Вот здесь, например, руководитель поступил вот так. Вот здесь я к нему обратился, он меня игнорировал. Вот такие, каждый паломник это запишет. Мы, иншаллах, это организуем. И исходя вот из этих жалоб, вот из этих замечаний, иншаллах, руководство даст оценку вашей работе.